У нас очень холодно. Дома у нас маленький ребенок, и трубы чуть теплые. Ребенок закутанный весь ходит. То есть и мы как бы и в носках шерстяных прям вообще холодно. У нас обогреватель, газ на кухню включаем. Закрываем в зале дверь, чтобы обогреватель обогревал в зале, а кухня и коридор газом. Тетя моя замерзает, вот этот Карла Маркса 91. Шестой этаж, у нее это ужасно. Там она прям и спит в одежде. У меня лично холодно. Панельный дом. Панели плохо греют. А в валенках сижу. У нас в квартире этой зимой очень холодно. И батареи еле теплые. Включаем теплый пол. Это дорого. Полы с подогревом постоянно включать. У нас четырехкомнатная, а две комнаты угловые. И вот они вообще вначале были прям ледяные. Эту внучка спала у нас. И обогреватель, и еще и два одеяла укрывали ее. Ну, а сейчас нормально. Может быть, то, что прибавили в батарею. Холоднее стало. Ну, вот, наверное, недели две назад было вообще холодно. Но потом вроде бы или народ возмущался, или как ли. Вот прибавили немножко. У нас тепло. Тепло. Тепло, хорошо. На сиреневом. Тепло, хорошо. Тепло, уютно. Не мерзнем. Внуки не мерзнут. Бегают босиком по полу. Мы живем на левом берегу. У нас очень тепло. У нас не стоят эти счетчики за обогревание. И нам топят сколько хотят. У нас всегда хорошо отапливается. Потому что это как раз бойлерная здесь. И даже вода горячая очень. Тепло у нас в квартире. Это ключ, где мы живем. У нас тепло, хорошо. У нас вообще теплая квартира на Грязного здесь. У нас 20 градусов где-то. Мне так вот комфортно, кажется. Балкон постоянно открываем.